И на дорогах республики сотрудники госавтоинспекции вместе с учителями и юными инспекторами дорожного движения проводят акцию «Безопасные дороги». В этот раз в поле зрения контролеров оказались водители Хабецкого района. Фатима Даурова подробнее. Эту тягу к игре, связанную со стремительным движением, с техникой, с автомобилями, работники ГАИ удачно используют для того, чтобы вводить в мир ребенка понятия, необходимые будущему пешеходу, велосипедисту, водителю. Юные инспекторы движения – это безопасность родом из СССР. Организации, в которой состоит почти 500 000 детей, исполнилось уже более полувека. Преемник старых добрых традиций своих коллег из прошлого, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Наталья Мухина всегда находится в тесном контакте с детьми, для которых она выступает в качестве наставника и проводника в мир безопасного движения. Очередное мероприятие, посвященное вопросам снижения аварийности с участием детей, было приурочено к началу учебного года, когда особенно важно проводить работу, направленную на повышение безопасности детей и подростков при участии в дорожном движении. В рамках данной недели безопасности проводятся массовые мероприятия, посвященные безопасности дорожного движения. Все эти мероприятия будут проводиться как с пешеходами, так и с водителями. За время летних каникул дети немного отвыкли от насыщенного дорожного движения. И цель мероприятия с детьми – это напомнить им, как правильно себя вести на дороге, как правильно безопасно переходить дороги. В самом начале Наталья Мухина напомнила ребятам о требованиях правил дорожного движения, которые они обязаны соблюдать, находясь на улице. Каждому из них были вручены информационные памятки, адресованные пешеходам и водителям, в которых обозначены правила перехода проезжей части дороги, перевозки детей в автомобиле, поведение на дороге велосипедистов. Сегодня мы будем с вами проводить беседы с водителями, так как наступила школьная пора. Мы напомним водителям, чтобы они были предельно внимательны при проезде пешеходных переходов, чтобы вас пропускали. Юные инспекторы дорожного движения с энтузиазмом принялись за дело. Выученные на зубок рекомендации звучали для каждого водителя, кто был остановлен в этот час, пока проходила акция. Автомобилисты откликались на напоминание из уст ребят с благодарностью. Вот так каждый раз можно проводить, чтобы именно водители не забывали, что пешеход главнее. И что водители тоже должны уважать пешеходов. Во время проведения акции особое внимание было уделено вопросу о запрете и пользовании гаджетов и наушников на проезжей части дороги. Организаторы также напомнили о необходимости использования светоотражающих элементов в темное время суток и условиях недостаточной видимости. Дети пообещали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными и аккуратными. Соблюдайте скоростной режим. Будьте бдительны на дороге. При повороте включайте поворотник. Когда светофор красный, нельзя переходить дорогу. Когда ты хочешь переходить дорогу, надо ждать, когда машина остановится, и переходим. Надо переходить на зеленый цвет. Когда переходишь дорогу, доставай телефон. Переходите дорогу на пешеходном переходе. Перед тем, как переходить дорогу, нужно посмотреть направо и налево, а потом только переходить. Фатима Даурова, Ренат Мука, Вести, Карачаево, Черкесия.